Это агентство специальных расследований, и я Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Сейсмологи отмечают, в последние 50 лет планету трясет все чаще. И некоторые катастрофы имеют вовсе не природную, а техногенную причину. Эксперты уверены, многие землетрясения – это следствие испытаний новейшего тектонического оружия, способного уничтожать целые континенты. Начало 60-х годов 20 века. Советский Союз полностью оправился от последствий Второй мировой войны. Но лидеры партии не забывают. Страна по-прежнему окружена врагами, и любое изобретение рассматривается через призму военных лабораторий. Осталось 2 секунды. 2, 1, 0. Все достижения науки, все исследования, вот, которых добивается, результатов которых добивается человечество, оно сразу попадает под пристальное внимание военных людей, спецслужб, армий и так далее. И вот то, что занимаются вот тектоническими проблемами, изучают напряженности полей, вот, изучают положение и движение тектонических плит. Это факт. Первые идеи по разработке тектонического оружия военные заимствовали у сейсмологов при освоении Средней Азии. Там в сейсмоопасных зонах строили целые города. Опыты проводили ученые, а все результаты в итоге оказывались в руках военных. И полвека назад, и сегодня наука имеет 3 ветви развития. Чистая теория, народное хозяйство и военно-прикладное применение. Без понимания природы, без умения управлять природой, умения воздействовать на нее, мы никогда оружие не получим. Поэтому, вообще говоря, все, что делается ради прогноза землетрясений, это делается ради того, чтобы создать тектоническое оружие. Алексею Николаеву, заведующему лабораторией Института физики Земли, историки приписывают почти все современные разработки тектонического оружия. Я ввел термин «военно-прикладная сейсмология» такой. А, это раз. А вот тектоническое оружие, даже не знаю, кто ввел термин. Может быть, и я. Потому что я занимаюсь этим очень давно. И даже прорывалась печать. Но на самом деле термин этот эксплуатируется достаточно давно. Еще, наверное, с довоенных времен. В 1961 году Советский Союз продемонстрировал всему миру, что обладает самым мощным оружием на планете. На новой Земле была взорвана термоядерная бомба, способная испепелить среднее европейское государство. Взрывную волну зафиксировали не только специальные датчики, но и почувствовали обычные люди за сотни километров от полигона. Неожиданный эффект испытаний положил начало разработкам тектонического оружия. Тектоническое оружие – это системы, которые могут вызвать искусственные землетрясения или искусственные извержения вулкана. В широком смысле туда подключается и цунами. Другой вопрос, что цунами практически автоматически возникает при подводных землетрясениях. Андрей Сахаров – гениальный физик, отец водородной бомбы. Именно он возглавил группу разработчиков новейшего оружия. Ему же принадлежала идея уникального проекта «Тайфун». Гигантская волна, вызванная подводным взрывом, должна была смыть или затопить прибрежные города противника. Сахаров детально разработал оружие для Третьей мировой войны. Предложил использовать очень мощные взрывы для генерации крупных волн, ну, типа тайфун, для того, чтобы выгнать большие массы воды на, так сказать, поверхность земли из моря. Причем при этом все это может быть действительно закамуфлировано под тектонику, поскольку заряды, которые были созданы, порядка сотен мегатонн, они эквивалентны землетрясениям, имеющим магнитуду порядка 9. То есть, например, то, что было последний раз в Японии. Так Сахаров предлагал избавиться от США. Управляемое цунами можно было запустить из Тихого и Атлантического океанов. Нужно было побережье США, приблизительно в 100 километрах, разместить, ну, 4, 6 и более
сверхмощных взрывных бомб. В случае успеха должно было погибнуть, по моей оценке, от 30 до 50 миллионов людей, потому что все восточное побережье должно было бы быть смыто. Убежища практически тоже не помогли бы. Ну, за исключением, конечно, капитальных убежищ, полностью изолированных. Вода прошла сквозь фильтры, и они, люди бы просто погибли. Побережье США и месту закладки бомбу в виде специальной торпеды должна была доставить подводная лодка. Ее начали строить под условным названием «Проект 627». У стороннего наблюдателя может сложиться впечатление, что Советский Союз в годы Холодной войны только и занимался тем, что разрабатывал оружие массового поражения. Мы помним, Рональд Рейган назвал Советский Союз «империей зла». Но на самом деле американские военные не отставали от страны Советов в гонке вооружений. Они также готовились к Третьей мировой войне. Две, одна, ноль. Мы отрицали. И американцы отрицали, что нет, ядерные взрывы никакие землетрясения вызвать не могут. Ну, то есть мы знали, что бывают авторшоки ядерных взрывов. Ну, в радиусе там 50 километров. Встречались землетрясения местные. Ну, это так же, как и, скажем, Тернаус. Большой полигон такой. Ну, не полигон, а карьер. Ну, и даже химические взрывы сильные, большие, и то вызывают слабые землетрясения. Соединенные Штаты использовали тектоническое оружие в Ираке. Там, где была бессильна пехота, танки и современные модели самолетов, в дело пускали миниатюрные подземные ядерные заряды. Мы им такие вопросы задавали. Зачем вы это делаете? Я помню, я ставил перед американским генералом этот вопрос, ну, в период, вот когда они совершили акт агрессии против Ирака. И они объясняли, что мы это делаем, чтобы бункеры, бункеры, которые под землей понастроил Саддам Хусейн, вот доставать, уничтожать и так далее. То, что американские военные проводят испытательные подземные взрывы, для ученых-сейсмологов не откровение. Они знают об этом уже много лет. Появляются землетрясения, цунами, селевые потоки, которых ученые не предвидели. То есть не было, как бы не создавались условия, не создавалась критическая масса, чтобы это землетрясение произошло. Вот когда мы выявляем, что они создают миниатюрные ядерные боеприпасы, которые глубоко могут проникать в скальные даже породы, которые глубоко могут опускаться на несколько километров даже, под толщу воды, вот это вызывает вопрос. Любое тектоническое оружие требует натурных испытаний. В лабораториях, какими бы они ни были, невозможно проследить и даже теоретически предположить, как пойдет ударная волна и какие разрушения за ней последуют. До настоящего времени, насколько я понимаю, было два таких испытания проведено. Ученый Игорь Острецов опирается на собственные расчеты. По его данным, после взрывов начались два серьезных землетрясения. В 2005 году в Индийском океане и в 2010 в Японии. Посмотрите, возникла Фукусима, вот эта трагедия Фукусимы. Вот. Но ведь незадолго до этого американские корабли в акватории, где произошло это землетрясение, проводили военно-морские учения. И японцы не без оснований подозревают, что американцы вот что-то там испытали. Список искусственных землетрясений можно было бы расширить. Февраль 2013-го – Северная Корея. Ученые сразу нескольких стран зафиксировали необычную сейсмоактивность. Подземный толчок, зафиксированный в 10:57 по местному времени, по признакам являлся взрывом. Эпицентр землетрясения находился на нулевой глубине из-за явления китайского сейсмологического центра. Землетрясение или ядерный взрыв? В любом случае, это сильно встревожило военных из Южной Кореи. Они немедленно собрали в Сеуле экстренное заседание Совета национальной безопасности с участием президента. Шутка ли, такое оружие в руках их извечных врагов? В
Впрочем, дрожь земли можно вызвать и без взрывов. И вы сейчас это увидите. Это Быстровский вибросейсмический полигон под Новосибирском. Его открыли в 1979 году. И здесь находится один из мощнейших сейсмовибраторов, способных передавать сигналы на большие расстояния и вызывать колебания Земли. То есть устраивать целенаправленные землетрясения. Проведем эксперимент. Поставим сейсмоприемник, который регистрирует колебания Земли, и включим вибратор. И через некоторое время посмотрим, что мы можем получить. Мы видим, как в стакане плещется вода, и чувствуем, как под нашими ногами дрожит земля. Установка работает на минимальной мощности. Что будет, если ее рубильник привести в крайнее положение? Советская школа тектонического оружия была сформирована в 60-е годы. До последнего времени на всех документах стоял гриф «Секретно». Лишь некоторые разработки наших ученых и военных предъявили широкой публике во время перестройки. И сегодня нам остается только гадать, каким потенциалом обладают военные на самом деле. Управление сейсмичностью Земли стало реальностью. Многотонный вибратор может посылать устойчивый сигнал на расстояние до 500 километров в конкретно определенную точку. В этой точке происходит колоссальный выброс целенаправленной энергии. Если мы захотим вызвать землетрясение, то действительно можно поставить вибратор, можно сделать несколько взрывов, и если напряженное состояние в этом месте было близко к критическому, то есть совсем скоро должно было произойти землетрясение, то мы можем вызвать его раньше. Это возможно. Сегодня даже по косвенным признакам можно определить, в каких катастрофах было использовано тектоническое оружие. Как Мексика, претензии к Соединенным Штатам Америки, что, мол, предъявляла, что, мол, вы испытываете в Неваде ядерные свои заряды, а у нас в Мексике землетрясение. Президент Венесуэлы Уго Чавес не раз делал сенсационные заявления. Последнее землетрясение на Гаити было устроено американцами, которые хотели покончить с ненавистным режимом кубинца Фиделя Кастро. Поэтому не исключено, что американцы могли перепутать, например, с Кубой, рядом же Куба, например. Да и на своей территории они несколько раз. Одна из причин, почему прекратили подземные испытания ядерного оружия, в том, что из-за возможности какого-то тектонического эффекта. Уго Чавес ссылался на какой-то секретный доклад, который был предоставлен командованию Северного флота, и которым якобы с ним поделились какие-то моряки в момент захода советской эскадры во главе с крейсером Петр Великий в порты Венесуэлы. Карибский регион – идеальное место для применения тектонического оружия. Эксперты говорят, если грамотно заложить здесь мощную бомбу, можно сдвинуть целый континент. Смыкаются сразу три литосферные плиты, которые на сегодняшний день сами по себе движутся с достаточно приличной для геотектоники скоростью, вот, в районе 7-10-15 сантиметров в год, тем самым создавая еще большее напряжение. На Кубе есть месторождение нефти. Неудивительно, что на острове Свободы часто бывали советские геологи. Но американцы подозревали, что они выполняют совсем другую миссию. Якобы бурят сверхглубокую скважину для закладки ядерного заряда. Вообще, вся эта холодная война и чуть не разразившаяся Третья мировая в районе Кубы, она только частично из себя представляла последствия после размещения там ракет, соответствующих Советского Союза. Большую часть негодования Соединенных Штатов вызывала именно, собственно говоря, работа по разработке глубинных слоев сверхглубокой скважины.
вот, которая явно никакого отношения к добыче нефти не имела. Сегодня вся планета поделена на сейсмические зоны, где в любой момент можно использовать тектоническое оружие. При этом выяснить, кто нанес удар, будет крайне сложно. Вы посылаете сигнал через Землю. Инициируете заряд, который лежит у берегов Калифорнии. А Калифорния – это сейсмоактивное место. И пойди-ка там, разбери. Да еще в момент, когда было там в Калифорнии землетрясение. Тектоническое оружие уже поставлено в один ряд с другими суперсовременными военными разработками, которые сыграют решающую роль в третьем мировом противостоянии. Если, конечно, оно состоится. Никто не хочет признавать разработок, способных уничтожать целые государства. И на это есть свои причины. Большая часть населения мира сочтет этот проект людоедским в силу того, что могут пострадать очень даже невинные люди, не только противники. Вот. И это очень опасно в политическом отношении. Бряцать оружие на сегодняшней земле очень сложно и практически невозможно. Потому что литосфера – это как растрескавшаяся скорлупа на яичке. Она очень тоненькая. И если мы эти вещи будем трогать, то не поздоровится всему человечеству. И люди-то это понимают. Главный сдерживающий фактор от массового применения тектонического оружия – хрупкость жизни. Человечество либо погибнет, либо потеряет планету в том виде, в котором она существует. Именно поэтому иногда гораздо важнее работать, что называется, точечно, используя вовсе не науку, а нечто более древнее – магию.